Всем здравствуйте! Сегодня будем сравнивать микрофон AKG P220, 512 Audio Limelight и Zoom ZDM1. Сейчас у меня на микрофоне срез низких частот стоит и кнопочка PAD включена на минус 20 дБ. Слушаем белый шум. Теперь включаем все. Точнее, выключаем все. Оу, какой ты громкий. И срез низких частот тоже выключаю. Слушаем опять белый шум. Теперь я обратно верну его. Вот так гораздо лучше. Сейчас я стишок прочитаю в него, в этот микрофонище. Мне осталась одна забава, пальцы в рот и веселье свист. Прокатилась дурная слава, что похабник я и скандалист. Кнопку PAD я включил, сейчас буду читать, но, наверное, близко уже не прочитаешь, уже зашкаливает все там. Мне осталась одна забава, пальцы в рот и веселье свист. Прокатилась дурная слава, что похабник я и скандалист. Ах, какая смешная потеря. Много в жизни смешных потерь. Стыдно мне, что я в Бога верил. Горько мне, что не верю теперь. Ну что, споем? Я целый год тебя искал, сучка. Но получилось так, у нас опять случка. На небе ясном грозовая тучка. Сказала у меня от тебя дочка. Я был тогда бухой, хотел поставить точку. Теперь уже хочу увидеть свою дочку. Точно, пока еще ребенок, чисто непорочный. Воспитает папа, папа одиночка. Как некрасиво спел. Да ладно, автотюн все вытянет. Че, давайте перейдем уже к другому микрофону, который называется 512 Audio Limelight. Я целый год тебя искал, сучка. Но получилось так, у нас опять случка. На небе ясно, грозовая тучка. Сказала у меня от тебя дочка. Я был тогда бухой, хотел поставить точку. Теперь уже хочу увидеть свою дочку. Точно, пока еще ребенок, чистый, непорочный. Воспитает папа, папа-одиночка. Вот такой вот микрофончик Limelight. Не буду я его вешать туда. На стоечку поставлю, будет тоже хорошо. У него тоже есть здесь срез низких частот, кнопочка flat. Дико неудобно, она ровная просто, вот ровная, ее пальцем не зацепишь. Раз, два, три, четыре, пять, раз, два, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Короче, в него надо говорить вот сюда. Это динамический микрофон. Шумов очень мало. Чик. Все, слушаем белый шум. Ну все, стихотворение. Мне осталась одна забава. Пальцы в рот и веселый свист. Прокатилась дурная слава, что похабник я и скандалист. Так, все, идем к третьему микрофону. Где вы? Сперва снимаем наушники, потом отключаем микрофончик, потому что будет очень больно, если сделать наоборот. Вот это сооружение, это мой микрофон, с которым я постоянно работаю. Zoom ZDM1. Неохота мне его вешать обратно туда, я буду вот так вот. Давайте слушать шум моря голубого. Ну что ж, давайте запишем стихотворение. Мне осталась одна забава, пальцы в рот и веселый свист. Прокатилась дурная слава, что похабник я и скандалист. Все, в общем, вот такие вот тесты. Я взял на продажу эти товары. Хочу вот протестировать, вам показать. Ссылки будут в описании на Авито. Покупайте, скидка тем, кто в первый купит. Короче, что-нибудь придумаем. Я не хотел тебя ласкать, но...